Одночасово с проведением самых разностайных мероприемств у год культуры работники Галины Ельского района вырашили еще и узгадать свою историю. У речи, коли есть чем гонориться, то и працуется лепш. За початок взяли решение районного совета депутатов працующих от 1946 года об организации отдела культурно-осветницкой работы. Принятие этого документа было обумовлено тогочасной ситуацией в Украине. Улады не только занимались обновлением разборной господарки, але и не забывали об развитии культуры. Починали, до речи, с хат читальных и вязковых библиотек. Сегодня по своих попередниках у Ельском районе узгадали еще раз. Мы подняли пласт народных умельцев. Мы подняли пласт бывших работников культуры. Мы подняли пласт тех, кто входил в самодеятельность 10 лет тому назад, 15 лет тому назад. Мы их всех почествовали, и они выступили у нас на сценах сельских учреждений культуры. С нагоды профессийного свята и 70-летия районного отдела культуры у Ельску организовали святочный вечер с узнагороджением лепших и концертом своей особливой творческой справоздачей. По речи кажуть, тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Молодый специалист Татьяна Голубенко сегодня закончила Мазырский державный музычный колледж. И Ельский район выбрала свядомо и не пошкодовала. Работе с кадрами тут завсёды надавался значная увага. Я сюда приехала, мне очень сильно понравилось. Даже вот в первые дни меня приняли очень хорошо. Я вот как бы здесь даже влюбилась в этот город, и ну, меня встретили радушно. На самом деле... Я рада, что сюда, вот именно сюда пришла отрабатывать. 16 баянов, 6 пианин, 8 духовых инструментов, 4 магнитофоны и 4 фильмоскопы. Это так само с историей ельской культуры. Менавіта такое обсталяванне находилось у мясцовых установок 50 годов тому. Со сторонок минулого так само проведение у другой полови 70-х первого усесоюзного фестивалю самодейной творчести працующих, удел коллективов районного дома культуры у концертах у Москве и Баку, узнагороджування отдела у 86-м червоным сягом Министерства культуры. Со справ теперешних проведение у ГЭТ в этом году финалу республиканского творческого марафона «Одраджение» и фестивалю «Рай гармоник». Ельский район был утворен в 1924 году. Напевно, уже тогда у его складе была структура, которая занималась культурной осветой населения. Так что вельми вероятно, что после додатковых доследований в день народжения местного отдела культуры появится еще на пару десятилетий. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Ельск.